15 декабря свой профессиональный праздник отмечают работники судебной системы. В честь этой даты торжественное собрание прошло в областном театре имени Магара. Сегодня в Запорожской области работает около 400 судей в разных судебных инстанциях. 15 декабря, как день их профессионального праздника и праздника всех работников суда, был выбран не случайно. В этот день, 20 лет назад, был принят профильный закон о статусе судей. Поэтому для них это двойная дата. Праздник для работников суда, как и для каждого человека, означает признание обществом и необходимости и важности судейской работы и работы работников суда, без которой непосредственно судейская работа невозможна. В этот день поздравить работников одной из трех ветвей власти приехали также и народные депутаты Украины Евгений Карташов и Вячеслав Богуслаев, который в советские времена был народным заседателем. Именно тогда и понял, как важна эта работа, говорит народный депутат. Я все время наблюдал за психологией событий, которые окружали в тот момент. Вот, потому что разные приходилось мне дела рассматривают, это было несколько лет всего, но я понял, что труд неимоверно психологически сложный, трудный. Я все время думаю, вот как сложно, вот я тоже работаю в разных ипостасях, да, понимаю, как тяжело переживаешь сам, когда решаешь какую-то человеческую судьбу, но это мы делаем, так сказать, где-то через месяц, через год, через раз, а вы это делаете каждый день. Как никто другой, об ответственности этой работы знает Юрий Бойков, который с 76-го года работал судьей. Это большая ответственность, поскольку решается судьба человека. Работая столько лет, до 2000 года мне не раз приходилось постановлять приговоры со смертной казнью. Во время торжественной части мероприятия действующие судьи, а также те, кто уже в отставке, получили подарки, дипломы и грамоты от городской и областной властей. Обещают и дальше следовать букве закона.